Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как включить запись экрана на вашем смартфоне OnePlus 8T. Для начала разблокируем наше устройство, а затем свайпаем верхнюю шторку. Свайпаем ее снова и листаем здесь на последнюю страницу. Здесь мы видим функцию записи экрана, нажимаем на нее, соглашаемся с условиями, и у нас вот такая вот менюшка появляется, которую мы можем перетаскивать, кстати. И теперь что? Теперь мы готовы к съемке. Для этого давайте перейдем в какой-нибудь раздел, пусть это будут сообщения, да. И здесь мы начнем съемку. Также мы можем настроить изначально. Можем настроить разрешение, скорость потока, источники звука. То есть мы можем включить звук микрофона, и тогда мы можем говорить что-то, и оно будет это записывать. Но мы давайте сделаем без звука. Также можем скрыть плавающий виджет, да, то есть во время записи этой панельки не будет видно. Давайте так и сделаем. И перейдем на какой-то, ну, пусть будет на этот экран, и нажимаем на красную вот эту точечку. И запись экрана пошла. То есть мы можем сейчас листать, куда-то заходить. Давайте зайдем в настройки. Полистаем, немного полистаем. И теперь как это отключить? А мы свайпаем снова сюда и жмем на паузу. Сейчас мы его только приостановили. Чтобы его сохранить, мы нажимаем на вот этот квадрат. И видео было успешно сохранено. Сохранено оно было, конечно же, у нас в галерее. Давайте закроем уже эту менюшечку. И запустим наше видео. Как мы видим, запись экрана сохранилась у нас успешно. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!